Ну, а тебя почему взяли в ООН? У меня денег до жопы. Видал же мой дом? Да брось придуриваться. Давай, правду скажи. Вензе и Егор дали серию убойных испытаний. Я единственная их прошла. Жульничала? Нет, я ценный специалист. В отличие от тебя. Ты сюда попал только потому, что чудом выжил в халтурном эксперименте. Всем привет, с вами Константин. Мы здесь для того, чтобы найти фейерверки. Если я не ошибаюсь. Да. Где их там? Я же говорю, приходим каждый раз к одному и тому же, возвращаемся. Но фейерверки я еще здесь не искал. Так что, возможно, предыдущие задания мною пройдены все же. Давайте потихонечку их будем выносить. Это враг. Обещали бесконечно висеть. Случайно нажал, правда. Как-то так получилось. У нас зима. Холода. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Подписывайтесь, кто еще не подписан. У нас тут хорошо. Что-то многовато их тут. Я же говорю, что их чем дальше, больше. Убить сложнее, точнее они меня быстрее убивают. Ну да ладно, мы с вами не пальцем деланы. Плотный график. Что за херь? Блять, кто это? Все, блядь. Там баклуша. Скушать где? Висит груша. Еще одно. Мне и так прекрасно. Где они ходят? Велкам! А я вам говорил уже, что подписывайтесь на мой канал. Поддержите дедушку. Наверняка кто-то из вас уже мне даже внуки годится. Да, что он там танцует? Это же тот мужик! Бля, нормально, через доски. Ну что, я еще что-то могу. Тут патроны были, а сейчас нету. Очень даже плохо. Хотя, не знаю, плохо это или нет. Блять, тут еще что-то. Тут еще брелочница. Портативный сборщик. А сейчас не надо. А что нам собирать? Вот это может? А ну. Да. Как-то по-другому все. Того надо еще перца. А как нам попасть на эту крышу? По проводам. С той крыши, да?
Или мы допрыгнем? Так, так, так. А мы можем уже там что-то включить? А ну, установи. Для брелока этой энергии точно не хватит. Ха-ха-ха. Еще надо, да? Это хреновина! Сейчас закроется! Генератор дестабилизации петли, сборщик и инфузионное устройство полностью готовы к работе. Этап первый. Включить генератор. Это раскроет окно в ткани пространства и времени. Заряженные аномальные энергии объекты сразу же начнут проникать в наше время. Этап второй. Нейтрализовать объекты и людей, которые прорвутся через окно. Этап третий. Аккумулировать аномальную энергию в переносной сборщик. Собрав достаточно энергии, установить сборщик в инфузионное устройство и... Этап четыре. Активировать. А далее мы создадим настолько мощный брелок, что Вэнси Эванс придется покинуть пост главы научного отдела. Вон оно шо. А мы, наверное, вот это вот просрали, да? Давай мы пока положим. Отпустить как? Еще сейчас навалим тут. Или надо все сначала сделать? Ага, зелененького нету. Блять, поломали мы. Сука, мы поломали. Может, не поломали. Ладно, пусть полежит, потому что... Так, сейчас я могу взять, к примеру... Ага, она выпадает. Ладно. Но мы уже, наверное, вряд ли насобираем, потому что у нас вот эта вот выключилась штука. Вот эта. И на небе там пропала. Ладно, хер с ним, пошли свои задачи выполнять. Но будем иметь в виду, будем помнить, что у нас есть какая-то интересная штука, которая нам может сделать чудо-брелок. Вот если бы она работала, сейчас бы мы еще с трех взяли. Может, у нас бы что-то и получилось. А, мы ж можем с такого говна насобирать. Но это, чтобы спокойно ходить собирать, это мне надо всех вынести. Абсолютно всех. Доигрался хуй на скрипке. Что ты орёшь, блядь, дурак? Вижу предателя. Лихо мы отстрелялись. Ну, наверное, лихо. По мне лихо, как когда в меня не попали. Пойдем мы вот этим вот тайным путем, чтоб не через весь город. Ну как город? Городок. Там какого-то серьезного перца. Хватит мне патронов. На ноль умножили. Зайдем с другой стороны. Я хотела... как же там принято? Я хотела перед тобой извиниться. Так... И что? И все. А, ну ясно. Нет, еще посоветую тебе вовремя прятать свою двуличную башку, пока Егор не отстрелил.
Сейчас мы пойдем за данными Егора. Я, наверное, предыдущую вырежу, потому что там мы пришли в другое время суток. А что, опять с Егором бодаться или что? Или так надо, хер его знает. Каждый раз с ним бодаться. Ты видишь? Все погибли. Егор перестрелял. И мины везде натыкал на растяжках. Вижу. Все. Разобрались-то. Стороны дойду. Что-то я не так делаю, блин. Ну что-то ж, сука. Не могу понять. Вроде что в этой хероборе как-то разобрался. Может, не настолько прям. Да ладно. Что-то ладно. Вот еще вот это вот Джулиана сейчас припрется. Сучка ебаная. Блять, шо у меня? Попасть не смог, или Где она, блядь? Привет. Покажись. Вон она. Сучка, где там пилюли? Какого хера ты с этими пестиками? А, блядь, патронов нету. Где мне их найти? Тут же нет они нигде. Вот тут аппарат. Не жадничай. Ты же понимаешь, что тут повсюду датчики, которые улавливают малейшее колебание воздуха? Сейчас не надо.
хватит мне патронов. Да не хватит тебе ни хера. Мне не хватает, блядь, ему хватит. Делок. Блядь, не то. Сейчас появится где-то. Не, не появилось. Сука, где-то есть, блядь. Как она там оказалась? Где туда? Да, блядь. Где баклаж? Ладно, сама придет. Что-то пикает. Мина, блядь. Оу! Мне тут везде. Вот она где-то, блядь. Вот тень ее. Только где? Все, блядь, тварь. Вонючая. Такой автомат.
И чё тогда? Блять, ну с этим, наверное, удобнее. Охуенно. И стреляешь, и перезаряжаешь. Ладно, да и тот нормальный. Ладно, надо лечиться и идти опять к этому вот Васе. Где ж аптечки такой взять? Мин нету. Что, слитки? Что там было написано? Слитки какие-то. Слитки удалены. А чё они удалены? Какой-то круг. Что-то я не понял. Вот круг, да? Мы выходим. И в этом круге слитки удалены. Не знаю, что это такое. Главное, чтобы сейчас на мину. Не напороться. Блять, это волшебство какое-то. Я ж думал, это турель. Ну что, нашли мы? Блять, не то, не то. Найти данные. Не нашли. А где мы тут искали? Я ж когда-то находил их. Я когда-то их... Thank you.
пошли. Нет. А, они выше. Сука, стреляет по мне, блядь. Блядь. А что наверху? Я ж сюда и пришел. Я понял. Ладно, у нас, наверное, не получится пока. Теперь его надо найти. Давайте маркер поменяем. Потом будем данные искать. Вот там, блядь, где-то есть уже. Где ты, сука? Я его даже не вижу. Так, я опять раненый. Это турель? Нет, блин. Да! Вон он, блядь, ну теперь лечиться надо. Он-то убежал уже отсюда, сука, сучонок. Так, одну задачу мы сделали. В который раз уже? Я не хочу эту рапиру, блядь, не нравится она мне. Что мы имеем? Это мы не то имеем. Вот, Егора мы завалили. Сейчас будем искать. Блять, это как его навык работает. Ну да. Мы проходим сначала. Ну как сначала. Как бы действительно не выяснилось, что надо этих... 7 человек важных
Завалить в один день. Но это ж падла, но это ж невозможно. Где данные? Данные. Где-то тут. Просто не помню, где я их нашел в компе. Даже прочитано уже. Все они прочитаны. Значит, еще где-то. Блять, слава яйцам, я там урежу чуть-чуть, потому что я тут достаточно вырубить устройство Егора. Достаточно долго блукал. И вот у нас просто листик. Листик на такой карте, поделенная на зоны. И это у нас находится аж на самом нижнем ярусе, невзирая на то, что маркер был, сука, сверху. Фух. Выйти. Нахер нам выходить, нам еще тут что-то надо сделать. А нет, выйти. Выйти. Нету тут на территории. Ну, сделали, но я не знаю, сука, если оно опять появится, я не знаю, как эту игру проходить. О. А чё у нас туда? А, ну да. Мы ж можем либо оттудым, либо судым. На мину только не нарваться. Здесь мы проходили уже. Что там, патроны нам нужны? Наверное, нет уж. Они нужны были. А то хер его, что нас там будет ждать. Да уж. Нелегкая эта работа. Искать всякие штуки. Дрюки. А тут будут мины, я тут не бегал. Где наш? Огромная польза для человечества. Да какую он тут может принести пользу? А если ты ошибся и уничтожил величайшее открытие в истории? По чьим оценкам? Я что, тут же? Да, я тут же, я на этой территории. Нам надо вырубить... Блядь, как она называется? Вырубить устройство Егора. Ну, тут было еще осмотреть электростанцию, но мы же ее по ходу осмотрим.
Пойду я с этой стороны, с которой я ходил. И мы тут нормально отстреливаемся. Не спеша. Это ж та же херня, только лето уже. Только я что-то не вижу турельки, тут турелька стояла. Но нету и нет. А что там вниз? Сейчас тех еще двух перцев завалим. А, блядь, я что, не попал? Не попал. Что оно клацает? Егор, в своем репертуаре человек-невидимка. Ну и что? И ничего, бля. Панель управления 5 метров. Да вот же она, сука, панель управления. Значит, все-таки надо осмотреть станцию. Сначала, да? Запуска. А так это все прочитано уже. Прочитано. Это мной прочитано или кем-то прочитано? Ни кодов, ни хера. Станция у нас там. Толкай! Давай уже толкай! Вообще-то программа Эрн могла бы выделить хоть немного из бюджета и закупить технику для погрузки этого хлама. Дверь — это просто артефакт восприятия. Смотри. С Кольдом сразу было все понятно. Даром, что ветеран. Выгляни. Что? Вижу предателя. Долго, все, блядь, сюда! Так. О, кто-то в меня попал. Блядь, не на ту кнопку.
там была вроде как пилюлька, не было? Не было пилюльки. Сейчас не надо. Ну, не жадничай. Кто там? А где ты орешь? Нормально. Погуляли. Где маркер? А вот он. Вниз. А, нахера мы открыли? Еще ниже. Хватит мне патронов. А здесь мы не пробьем. Не работает. Ага. Кто за пультом, тот и главный. Нет питания. Впереди резидент. Да, я вообще-то читаю инструкции. Вот это батарея. Генератор, счастлив. Что, Брэд, платит тебе за это? Вряд ли. Что-то пошло не так. Так. А куда батарею? Что-то я не понял. Нужно электричество. Так, подождите, подождите. Думаем. Провода. Классическая реакция избегания. Рычаги. Вечно с ними проблемы. Да вечно. Так, ладно, давайте эту батарею положим тут, чтоб я ее долго не искал. Блять. Поломали. Ёб твою. Все не слава богу. Что за... Мне и так прекрасно. Да зашибись, а мне вот что-то не особо. Что я за... За что не возьмусь, я все ломаю. Вот тех надо перевалить. Ну, пора прекращать.
Так. Интересно, если гранату кинуть, блядь. Они сейчас тут будут бежать, да? А мы их встретим шквальным огнем. Вон они. Бегут. Сколько их там было? 2, 3. Нас же это не пугает, правильно? Я батарею поломал, и что мне теперь делать? Блин, что мне делать? Это батарея? Нет, это не батарея. Это у нас тут Клондайк. Жалко для батареи. Где теперь батарею найти, я, блядь, ума не приложу. Бутылка. Разъем. Вот и, блядь, и разъем для батареи. Может, она починилась? Наверное, вряд ли. Жопа ей. Где взять вторую? Блять, вот где взять вторую? Ну не хочется ж похерить. Потому что если, я так думаю, мы это все похерим, нам придется сначала и Егора валить. Опять вся эта возня будет сначала. Гвозди. Черный риф? Кроме полного набора оборудования? Полагаю, без любопытства? Наша аномалия единственная в своем роде. А мы вокруг нее образуем особый род единства. Нравится ли мне быть в центре внимания? Я об этом не задумывалась. И тебе не советую.
Что вот это вот такое? Вот оно мне надо, блядь. Может, там батарея есть? Опять что-то я поломал. Там он датчик. Батарейка. Что-то там написано. Батарейка. В комплекте. Батарейка в комплекте, пошли. Ёб твою мать. Я что увидел еще? А где батарейка? На каком-то уровне этих батарей, как... вспомнил я на каком. Там, где вот это вот... Как оно, господи, называется? Не конкурсы были. Этаж за этажом, а там у них они веселились. Блядь. Блядь, с головы вылетело напрочь. Что-то там с космосом было один этаж. Помните, всякие такие. Как танцуют. Аттракционы, вот у них там. И там было много батарей. А как нам туда попасть, к этим вот перцам танцующим? Может, через дырку, через какую? Может, у них там есть батареи? Я нашел там два места под батареи. Значит, нам надо две батареи, наверное. Знак 2. А
Где мы там видели? Что-то там F. Какая-то херобора была. Это ж мы уже понабирали всякой хрени. Вот она. F786. Ага. А тут разные вообще. Давайте посмотрим. Тайная директива. Задело. Включить эту штуковину. Что тут у нас? Нет питания. Это не реагирует. Это наверх. Может, тут батарея есть? Мне помнится, тут была батарея. Ну, погнали. Бы не уронить ее. Тише, тише, кошечка пришла мне. Села на плечо, как попугайчик. Выходит, не получилось. Да подожди, не получилось. Там еще одна дырочка есть. Бля, этот горит. Давай заводись. Ну, раз уж я здесь... Чё, получилось? Не получилось. Но сейчас надо в другое место. По крайней мере, маркер поменялся. Проводочки вот под напряжением. Это, наверное, к тем идти. Те, которые там танцевали. То есть, кроме меня, это никто не видит? А я-то почему?
Почему я? Кто шлет мне эти сообщения? И откуда? И когда? И главное, зачем? Щелкуны по углам. Слышь, видели там? Написано. Нет, это не туда. Смотрите, что я нашел. Какое. Блин, вот в как... вместо какого автомата его взять? Этот тоже хороший. Здесь у нас 80 патронов. Мне надо еще, чтобы... на разные патроны. А здесь 90. Пусть, наверное, остается, да? Питание ракетоплана по шине Б выключить. Включить питание шины Б есть. Питание BXR выключить. Главный регулятор напряжения. Этим можно устроить Джулиане реальный напряг. Пойду удостоверю свою личность. Чего вы тянете? Понял. Включить, выключить. Поехали! Как скажете, шеф. Капитан Ван, переходим к запуску. Что? Не понял. Станция Ясень. Внимание, начинайте отсчет. О, кто я? Ладно. 10, 9, 8, 7. В этот момент нужно нажать кнопку. Да, вот эту. Теперь зажигай. Родина вас не забудет! 4, 3, 2, 1, 0! Почему не взлетает? Шеф, у нас, кажется, проблемы. Да ну! Проблемы? Я вам обещаю, бездари! Придется начинать счет заново. Запуск произведен. Я не разрешала! Я летал на ней. Это многое объясняет. У нас осталась одна задача здесь. Сделать видимую панель, невидимую панель видимой. Как это сделать, хер его знает. Ну, 12, 52 патрона, а на этом, блять, он что, точно такими же патронами стреляет? Блять, хер, я же хотел, чтобы разные патроны были. Читаем. Так. Если правильно разместить нейтрализатор поля, я пойму, где искать панели управления. Наверняка парочка нейтрализаторов в лаборатории у Егора найдется. Лаборатория Егора. Парочка нейтрализаторов. Блять, прям квест. Давайте снизу начнем. Дверь заперта. А что за хер? Ну, есть у меня, конечно, вариант.
тоже заперта. Помните, там дырочка была? Не работает. Добился. Да ничего я не добился. Парочка нейтрализаторов, сука. Сука, наверное, надо было не включать. Хотя не факт. Так а что панель управления я нашел? Стоп, что там было написано? А, то написано, что мы сделали, то и написано. Два раза батарею использовали. Может, гранату А, до жопы, да? Турели ж наши. Я думал, просто я сгорю. Только нам бы попасть наверх. Тю, я думал, это лазеры. Здравствуйте, девочки. Так, новое сообщение прочитано. Все прочитано, ищи нейтрализатор.
Нейтрализатор поля. Ха-ха-ха! Аларчик просто открывался, блядь. Опрыгнул, честно говоря, на свой страх и риск. Так, как мне им пользоваться? Ну, давайте глянем. Кидаем до кучи. И что происходит? И что-то нажимаем. Слитка в том числе блокируется. Давайте кинем. Чего ты? А, нам надо вот это, наверное. Опять возвращаемся к нашим баранам. А, вот, включите устройство F786. Да ну какого ты хера, блядь? И что мне теперь переклацывать? Обратную сторону аж не клацается. А, тут их мало. F786. Так, отключить выбранное устройство. Я не знаю, нам надо отключать его. А, наверное, надо, да? Ну давай, клац. Будущее — это я, Егор. И? Ха-ха-ха! Вот это был уровень, да. Честно говоря, я получил массу удовольствия. Зашибись, зашибись. Я просто красавчик, умничка я. Фух, да, девочки и мальчики, очень интересно получается у нас все тут. Ну а на этом мы закончим нашу серию. Я там ее, конечно, порежу, где я бегал, это бестолковая беготня была. И до новых встреч. Всем спасибо и до свидания.